Вот отец Илья просил меня просто поговорить о проблемах семьи, воспитания, молодежи. То есть то, о чем сейчас непрерывно говорят. Все говорят. Много говорят. А воз и ныне там. Что можно сделать действительно в этом направлении? Вы знаете, я с собой взял одну интересную очень бумажку. И хочу сначала ее вам зачитать, а уже потом, может быть, поговорить о предполагаемых вещах. Я в прошлом месяце был в Риге, и там мне как раз эту бумажку дали. И вот смотрите, что в Риге имеет место. Называется, это небольшая заметочка на одну страничку, «Эксперт, двоеточие, кризис». Сделал детей неуправляемыми. А текст таков. Столичная инспекция, то есть рижская, по защите прав детей поступило жалоб на 141% больше, чем за весь предыдущий год. По-прежнему актуальны проблемы насилия в отношении детей, в том числе и сексуального, когда приходится прибегать к помощи правоохранительных органов. Это все... Слышите, где происходит? Однако в последнее время наметилась новая тревожная тенденция. Резко увеличилось число таких детей, которыми не могут управлять ни родители, ни школа. Особенно это касается младшего школьного возраста и учеников 5-7 классов. Есть даже случаи, когда родители в ультимативной форме отказываются отпускать своих детей в школу, пока в классе будет находиться какой-то определенный ученик. Буквально на этой неделе инспекции предстоит справиться с двумя такими проблемными ситуациями. Одна возникла во втором классе одной из рижских школ, другая в шестом. «Мы идем совершенно неправильным путем», говорит Янис Гулбис. Школы, я хочу обратить внимание, то просто статистика и ситуация, которая всем нам более-менее уже известна. А вот теперь кое-какие размышления, которые представляют наибольший интерес из этой записки. Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями. А если еще и родители стараются сделать так, чтобы их дети любыми способами подчиняли себе сверстников, то результаты получаются совсем невеселыми. Общество, на мой взгляд, погружается в глубокий психологический кризис. Мы так и не поняли, что, стимулируя лидеров, делаем эгоистов, а остальных детей несчастными и бездарными. А если мы еще учим быть лидерами эгоистов по натуре, которые уже с рождения не считаются окружающими, то такой ребенок становится опасным для общества, и кроме аморальных действий ему ничего не даст. Так написано. В воспитательных процессах наметился очень серьезный перекос. Вот такую бумажку мне там дали, говорят, может быть, для вас это будет интересно. Я говорю, даже очень интересно. Очень даже интересно. Действительно, подмечена очень важная вещь. Мы пытаемся сделать своих детей лидерами. Если раньше воспитывали героя, который готов отдать свою жизнь за своих друзей, так? То теперь воспитываем лидеров, который готов подмять под себя своих друзей. Вы слышите, как изменилась ситуация-то? Лидер – это кто такой, который стоит над друзьями? Как перевернулось-то все? И когда родители видят, что он лидер, сияют. Только потом что получается, очень часто. Потом мы не знаем вообще, что делать. Мы буквально просто часто развращаем детей. Чем? Вот вопрос. Основная проблема, которая сейчас стоит перед нами,
и с которой мы сталкиваемся воочию, заключается в том, что мы все хотим сейчас пожинать плоды, думаем о плодах, то есть о хороших детях, хороших результатах, и почти никто не думает о корнях. Мы забываем о том, что дети – это плод, это результат не просто же рождения, не просто тех, если хотите, наследственных свойств, которые в нас присутствуют. Так, они есть результат всего нашего нравственного и духовного и психологического состояния и той атмосферы, которая присутствует в семье. Я помню, как игумен Никон Воробьев иногда отказывался причащать ребенка, которого подносили, а он весь из себя кричит, рвет и мечет. Говорит, отойдите, что у вас в семье происходит? Что у вас в семье? Какие у вас отношения между супругами? Какие отношения с другими членами семьи? Мы совсем забыли о самом главном, на чем настаивает христианство. О том, что каждый человек является существующим не самим по себе, а он возникает, формируется, растет и созидается в определенной атмосфере, прежде всего семьи, затем соответствующей среды, товарищества, школы и общества. Вот здесь замечание в этой записочке очень правильно сделано насчет лидеров. Оно глубоко отвечает христианскому пониманию человека и того, что может быть человеком, если мы не обращаем внимания на самые начатки созидания человеческой личности. Ведь как созидается нравственный человек? Как он созидается? Он созидается все время на пути выбора. Выбора перед, если хотите, в общей форме сказать, между добром и злом. Причем это добро и зло не надо понимать только в том смысле, когда мы сталкиваемся уже с явлениями вопиющими, там убийство, воровство, там насилие и так далее. Это уже, знаете, это уже конечный результат. Добро и зло, и тот выбор, перед которым стоит человек, гораздо глубже. Фундаментом-то как раз является не эти уже грубые вещи, а то, что мы подчас называем мелочью. Что из себя представляет эта мелочь? Что это такое? Как родители между собой контактируют? Каковы их отношения между собой? Как они относятся к тем знакомым, которые к ним приходят и уходят? Что они говорят о работе и о других людях? Вот где воспитывается уже, если хотите, нравственное лицо человека. Когда родители между собой не могут нормально разговаривать, у них непрерывные то грубости, знаете ли, то и прочие всякие вещи, да, происходят. Когда не могут буквально, добрых слов не часто услышишь. Так, когда родители срывают свои нервы на детях, когда они беспощадно говорят о посторонних людях, обзывая их, я не знаю только как, и какими эпитетами награждая, вы слышите, какую моральную атмосферу создают они? В чем воспитывается человек? Что это за эти, хотите, маточный раствор, в котором постепенно зарождается и формируется вот этот человек? Мы не продаем, к сожалению, значения вот этой атмосфере семьи, атмосфере, вот я еще раз говорю, атмосфере, как ее назвать? Нравственный климат, психологический климат, как хотите, духовный климат. Дело же не в словах, мы понимаем, о чем идет речь. Вот где уже созидается будущий нравственный человек. И он созидается или в ту, или в другую сторону. Мы, к сожалению, часто к детям относимся как? Так, пока они нас не затронули, мы еще ничего. Задели нас просто, и мы тут же срываем на них нервы. И это называется «мы воспитываем». Мы не смотрим
затем что они читают, что они в компьютере смотрят, с кем они встречаются, так, какие там, если хотите, правила, если хотите, жизни этой внутренней у них, жизни в этом коллективе. К сожалению, не знаем, кто эти, кто друзья и подруги. Воспитание требует труда. А мы думаем, что это происходит само собой. Те корни, о которых мы, по-видимому, должны говорить, заключаются в чем? Первое – узнать, а что это такое христианское воспитание? А что это такое христианство? В чем оно состоит? Что оно дает человеку? И нужно ли оно? Правда, если мы обратим внимание к тем, кого церковь именует или там святыми, или великими и так далее, мы говорим, да, это действительно прекрасные люди. Это замечательные люди. Но это же святые. На самом-то деле мы что видим? Это только те люди, которые осуществили в себе нормы христианской жизни. И больше ничего. Значит, и нормы-то какие хорошие. Что они сделали? Какова должна быть жизнь человека, чтобы действительно стать именно таковым человеком? Стать и помочь другим стать таковым. Сейчас, когда мы стоим перед вот этой вот проблемой, которую только что я зачитал, важно бы нам выработать какую-то, ну, что ли, систему или, по крайней мере, какой-то конкретный взгляд на то, что же нужно делать. Я попытаюсь вот обозначить. Первое, без чего никакое воспитание невозможно, это воспитание родителей. Если я трехэтажными кричу своему сыну, если ты мне еще раз обругаешься, я тебе изумительно. Изумительно. Если он пьяный кричит, только попробуй выпей и так далее. Это самые грубые примеры, но они очевидные. Они очень яркие. Ни о каком воспитании, ни о каких хороших детях не можем мы говорить до тех пор, пока мы сами не воспитаны. Это ясно. Неужели у кого-нибудь тут есть сомнения? Наверное, никаких. Но я сказал пока о таком уж самом грубом поверхностном слое. А если немножечко поглубже войти? Что предлагает христианство? Какие нормы поведения предлагает оно для того, чтобы человек действительно мог, следуя им, так не только сам стать таковым, но и мог передать это другим людям? Вы знаете, ни о каких нормах мы не можем говорить до тех пор, пока мы не имеем твердого убеждения в том, что христианство – это действительно та религия, которая является истинной. Знаете, у Достоевского есть замечательная фраза, которую я очень часто повторяю, и на которая действительно говорит об очень многом. Он сказал такую вещь. «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле». О чем он сказал? Он сказал об очень большой истине. Мы не придаем значения, если хотите, мировоззренческому воспитанию подрастающего поколения. А это важнейшая вещь. Мы все время смотрим на детей, как, знаете ли, ну, глупенькие, что они еще понимают, с ними рано говорить. Какая ошибка! Сколько приходится сплошь и рядом слышать такие истории. Ой, мы сказали просто так. Он или она там играла, ничего не слушая, и вдруг раз, все говорит. Все слышат дети. Они все понимают. Кстати, скажу, вот я убежден, что детский ум гораздо чище, чем нас, взрослых. То есть они умнее, чем мы, взрослые. У нас он засорен всяким мусором. У них чистый ум. Как важно здесь детям уже
дать, если хотите, мировоззренческую установку. Это в высшей степени необходимо, чтобы они понимали, зачем они живут, какой смысл их жизни, почему они, следовательно, и должны так поступать. И первое звено, если хотите, в этом мировоззрении, я говорю, в христианском даже мировоззрении, которое мы пытаемся подчас привить людям, не просто сказать, что есть Боженька, не просто сказать, что есть Царство Божие и прочее, не просто, а дети прекрасно понимают простую вещь. Смотри, мы живем здесь очень немного, и надо нам понять, зачем мы живем, для чего мы живем и какими мы должны быть для того, чтобы действительно эта жизнь не пропала, чтобы мы достойно могли войти туда, о чем говорит христианство. Вот эта вот мировоззренческая установка крайне необходима нам в нашем воспитании детей. Именно мировоззрение. Когда подрастет человек, можно предложить и большее. Уже говорить не только о христианстве. Уже говорить не просто только о том, как учит христианство, о смысле жизни, а уже объяснить ему и показать. Смотри. Смотри, существуют и другие религии, существуют и другие мировоззрения. Почему ты думаешь, что христианство правильно, а не другие? Надо предвосхитить, если хотите, этот вопрос. Иначе он потом задаст. И если мы на него не ответим, горе будет нам. Мы будем виноваты. Когда человек выйдет на стопу, на стезю жизненную с сомнениями, а так ли это или иначе, а может это и другое, а может это и неправильно. Вы знаете, конечно, это нужно сделать в семье. В школе я что-то не надеюсь, что сделают, потому что то религиоведение, которое там часто читается, оно больше похоже, знаете ли, на какие-то атеистические лекции, когда там нет самого понятия истины. Вы слышите? Там нет понятия истины. А там есть просто констатация вот самого, так сказать, учения. И больше ничего. Просто констатация. Да, это нужно. Но не просто это нужно, а нужно это рассматривать в ключе каком? А где же правильно? А что же истинно? А почему христианство, а не другое? А почему православие, а не другие? Эти вопросы родителям надо знать. Если родители-христиане не смогут ответить на эти вопросы, простите, мы куда, в какое плавание отправляем своих детей? Сами не знаем, они не знают. Носим маленьких детей быстрее-быстрее крестить, быстрее бегом причащать. Они вырастают потом, а зачем это? А я вас не просил это. Не так ли? Сплошь и рядом. Я все время о чем говорю-то? О том, надо себя, оказывается, воспитывать. Мы должны воспитывать себя в нравственном отношении, не осуждать при детях, насколько это возможно, никого. Решать свои родительские проблемы между собой, особенно серьезные, чтобы дети даже и не слышали о тех разногласиях, которые между нами могут быть. Все, что выкладывается перед ними наружу, развращает детей. Неужели мы этого не понимаем? Не менее важным является знание нами некоторых основ духовной жизни. Потому что что значит, когда мы говорим, нужно быть христианами? Нужно, что, какие основы, каковы принципы духовной жизни, которые мы должны знать и стараться, насколько возможно, и осуществлять в своей жизни, и тем более передавать это детям? Что это такое? Какие это основы? Что это за принципы? Одним из таких положений, очень серьезных, которые нужно иметь в виду и с которыми надо знакомить
обязательно своих детей, которые, к сожалению, противоречат всей, я бы сказал, атеистической, гуманистической идеологии. Христианство утверждает очень неприятную вещь, что, оказывается, мы все духовно больны. Мы больны. Неприятная эта вещь. И здесь надо найти ключ, в котором надо объяснить ребенку это. Сейчас скажу, почему это в высшей степени важно. Мы все действительно больны. Нас никого не тронь. Мы легко обижаемся. Мы легко осуждаем. Мы легко ненавидим. Мы легко раздражаемся и так далее. Ребенок это же видит или не видит? Видит. Кто для ребенка, кем для ребенка являются родители? Если хотите, идеалом. Вы слышите? Идеалом. На кого он прежде всего ориентируется? Прежде всего, с кого начинается? И вдруг, когда он видит, что родители, оказывается, не то делают, не то говорят, неправильно поступают, обманывают, несправедливы. Вы знаете, что может быть? Знаю. Срыв один за другим. Теряется авторитет родителей. Теряется вся возможность воспитания ребенка. Очень важно объяснить. Мы все больны. И мы больны, да. И мы, родители, больны. И ты болен. В каком плане больны? Вот видишь, действительно, мне очень трудно не возмутиться. Вот видишь, вот эта вот тетя наша, посмотри, что сделала. Конечно, это не мое бы дело. Но я просто не могу не возмутиться. Ты же понимаешь, как несправедливо. Это не стоило бы, но я не могу. Понимаешь, что видишь, ребенку я говорю, вот видишь, я не могу, хотя бы так не надо. Вот, но ты учти, что давай вместе бороться с этим. Вы знаете, какое великое благо, когда мы с детьми вот так делимся и объясняем, что и мы больны. Так что не удивляйся, что даже мы иногда вот поступаем не так, как это положено. Я страдаю об этом, и я каюсь, я хожу в церковь даже, хожу, исповедуюсь даже, чтобы мне избавиться, чтобы Бог помог мне избавиться от этого. Но это непросто, это непростые вещи. Но это надо. И у тебя смотри, что происходит тоже. Ты что, все правильно поступаешь? Нет. Я понимаю тебя, но есть вещи, так? Есть вещи, с которыми действительно неправильно поступаем, как мы к ним должны относиться. Мы должны противостоять этому. И когда спотыкаемся, то должны вставать, а не лежать, не продолжать делать то же самое. Вы знаете, это одна из истин, которые присущи, я скажу так, по существу только христианству. Другие религии к этому относятся или вообще не признают, или так, кажется, не замечает их. Христианство утверждает с полной силой. Мы действительно больны. И если хотите заметить это, ничего не стоит. Только посмотрите в зеркало Евангелия и увидим. Разве можем мы не обижаться, не осуждать, не завидовать, не объедаться и так далее? Нужно это увидеть, но увидеть не так, как это может увидеть человек-пессимист. Ах, что тогда делать, отчаяние? Нет. Мы здесь и живем на земле, как в больнице. В больнице. А в больнице, прежде всего, больной должен осознать, что он болен. Тогда он будет лечиться. Тогда мы будем искать средств излечения. И церковь предлагает нам эти средства. Вот это вот. Вы знаете, вот эта вот мысль о том, чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле, и показали в то же время, что дает христианство человеку, когда он становится на путь правильной христианской жизни, это в высшей степени важно.
Без этого, я не знаю, воспитание невозможно. Потому что все мы спотыкаемся, все мы часто поступаем неправильно. И когда мы видим и понимаем, что все мы больны, мы относимся тогда как? Со снисхождением, с любовью, взаимопомощью. Вы понимаете, совершенно другое отношение вырабатывается тот элемент, который в высшей степени необходим для нашей жизни. Элемент чего? Любви к другому человеку, независимо и несмотря даже на то, что у него есть то-то, то-то и то-то. Да, я вижу, у него есть то-то и то-то, у меня тоже есть. Я вижу, он болен этим, а я болен другим. Не думайте, что здесь потакательство. Речь идет не о потакательстве. Мы не пособники зла, а мы констатируем, что это есть болезни, с которыми как я должен бороться, так и ты должен тоже с этим бороться. Давай вместе бороться с теми болезнями, которые присущи нам. Вот это положение христианской веры или христианской религии, я вам скажу, лучше всего сказать бы прямо православие даже, это положение – оно является одним из фундаментальных, без которого трудно нам говорить о каких-то положительных результатах, результатах воспитания детей. Это просто невозможно. Второе, на что мне хотелось обратить. Я говорю, знаете, верующим, извините, я не знаю, кто здесь собрался, но я говорю, в данном случае только верующим. Поэтому для неверующих это может будет звучать несколько странно. Второе, о чем мне хочется сказать – это о молитве. Вы знаете, здесь сущая беда. Я сказал о молитве. Сущая беда, что происходит с нами. Беда в чем заключается? Первая беда заключается в том, что те, которые привыкли, кажется, ходить в храм и читать молитвы, привыкли совершать это без внимания, автоматически, механически. В церкви стоим, по всему миру летаем. Дома читаем молитвы, язык или глаза читают язык, а ум наш где угодно. Вы знаете, какие сильные слова против такого отношения к молитве у святых отцов? Игнатий Брянчанин называет это не просто бесполезным делом, а называют это настоящим оскорбительным делом, оскорблением Бога, кощунством перед Богом. Вы слышите? Я читаю молитвы, а мне говорят, это кощунством я занимаюсь. Почему? Потому что язык мой читает, а не я. Меня нет там. Я все время вот привожу замечательные слова одного из глинских старцев Серафима Романцова, который пришедшему к нему монаху, который сказал, что у меня непрестанная молитва, ответил, ух, как ответил, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите? Вот это да! Можно молитву во что превратить? В некое подобие ругани, только слова другие. Автомат, бессмыслица. Это по отношению к кому? К самому Богу. В связи с чем говорю это? Надо бы детей прямо, вот, подрос хоть немножко уже, приучать к молитве внимательной. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Детей приучать к внимательной молитве. Надо объяснить, что только там, где есть внимание полное, так обращение к Богу, а не к пустому пространству, обращение с покаянием, а не бессмысленное повторение каких-то слов. Только там эта молитва свяжет, то есть соединит мою душу с Богом. Вы знаете, впечатление такое, что мы почти не верим в молитву.
На самом деле, если бы только ребенка приучить к этому, какое благо бы мы ему дали. Первое благо – это поистине блаженство, которое испытывает душа, привыкшая действительно правильно молиться. Мне все время вспоминается, как Игнатий Брянчанинов, будущий епископ, это аристократ, который воспитывался в светской достаточно атмосфере, но вот от природы у него было влечение, вот я бы сказал, к духовной жизни. Как он, когда затем в своих воспоминаниях писал, как в 15 лет он говорил, в моей душе наступило удивительное чувство мира, блага, радости. И он говорит, я думал, что это состояние всех, как он выразился, человеков. Вы слышите, что счастье – это то, что мы называем счастьем. Вот оно было в душе его. Мир, радость, именно блаженство. В 15 лет. Как много мы упускаем, как отнимаем у своих детей. Вы слышите? Отнимаем буквально, когда радуемся, когда он как автомат, как попугай что-то такое прочитает. Да разве это молитва? Когда мы приводим детей в храм, он стоит бедный, когда кончится, долго еще. Не приучаем детей к молитве, то есть поступаем как безбожники. Водим, кажется, в храм, но не к Богу. Ставим на молитву, но не Богу. Вы слышите? Безбожно живем буквально. И в этом безбожии воспитываем детей. Молитва должна быть правильной. Ой, как это важно! Правильной должна быть молитва. Какая она правильная? Какая правильная молитва? Никаких себе воображений. Уже ребенку надо сказать, не строй себе картинок, пожалуйста. Не придумывай там боженьку там и так далее. Уже с детства надо начинать. Слушайте, все мы знаем, как легко в детстве выучить иностранный язык. Правда? Очень легко. Ничего не стоит. А ему все равно, какой язык изучать. На любых языках. Точно так же ребенка легко приучить его к молитве. Молитва даст ему, во-первых, то благо, о котором мы говорили. Во-вторых, ой, молитва спасет его от всех вот этих зол, которыми сейчас наполнена современная жизнь. Не позволит ему Бог, который внутри человека, уже защитит его от этих пакостей, от этих гадостей, от всех этих неполадок, которые мы видим. Вот. Защитит его от этого. Еще раз повторяю, какая молитва правильная? Никаких образов нельзя строить. Молитва должна быть внимательная, с вниманием. Она должна быть неспешной. Она должна совершаться с благоговением, ибо мы обращаемся не к кому-нибудь, а к самому Богу. И молитва только тогда принимается, когда человек не имеет на другого, когда ты, не злись на другого, прости ему. Он как хочет, а ты прости. Потому что не примет Бог молитву того, кто сам не прощает другому. Вот вы слышите, об этих вещах почему-то мы мало говорим. Это же есть корни. Вот эта молитва, это есть корни, которые порождают соответствующие плоды. Не будет этой влаги, этой благодатной воды, не будем ждать мы никаких плодов. Там, где человек не приучается к молитве, ничего доброго не будет. Как приучить к молитве? Если мы себя не будем приучать, мы никого не приучим. Опять туда же обращается. Это самое ужасное, я вам скажу. Я готов воспитывать всех, кого угодно, кроме себя. Кроме себя. Я буду возмущаться тем, что это делает там молодежь, и что это такое творится здесь. А не лучше ли посмотреть на себя
Дедушка Крылов хорошо же сказал, правда? Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли кума к себе обратиться? Проблема воспитания детей, проблема, упирается прежде всего в нас самих. Мы должны учиться молиться. Мы должны понимать правильно, что такое духовная жизнь. Понимать, что мы действительно больны. Мы должны обращаться к покаянию. Мы должны обращаться к таинствам тогда, исходя из покаяния, а не формально относиться к таинствам. Родился ребенок, бултых его окрестили. Как будто можно насильно человека в Царство Божие ввести. Ай-яй-яй. Ничего себе. Так, причат телевизора прямо к чаше. Там еще причащают. Ай-яй-яй. Думаем, что Бог может спасти нас без нас. Забыли учение святых отцов. Бог не может спасти человека без воли самого человека. Это мы не признаем. Мы все хотим помимо, не касаясь своего нравственного сознания, не касаясь своей жизни, спастись и сами, и спасти других. Вот рассказывают старые люди. Наступает пост, и дети постились. Я помню, мама моя рассказывала, как просила она у своей мамы молочка. Она ей говорит: «Ну, ты же знаешь, а батюшка скажет, ну-ка покажи язычок, и увидит, что ты молочко ела». Ой, как интересно! Я так подумал. Я говорю еще об одном важном пункте. Мы сейчас детей приучаем, простите меня за грубое слово, к обжорству. Не к воздержанию, а к обжорству. Ешь! Иначе я тебе не куплю вот того-то. Иначе я тебе не пойду туда-то. Я тебе не возьму сюда-то. Ай-яй-яй, что творится? Вместо того, чтобы сказать: голубь, ну ты же наелся, хватит, довольно. Ну, воздержись немножко. Воздержись! Нет, ешь! Сейчас, кстати, кончается рождественский пост. Вот рождественских гусей так и откармливали к Рождеству. Сажают в мешок и запихивают ему в рот. Все. Чтобы потом зарезать и на стол поставить. Что мы делаем с детьми? Кстати, не обращаем внимания, не понимаем. Оказывается, желудок, ух, какой центр нашей жизни. Он может полностью погубить жизнь человека, извратить эту жизнь человека и может, напротив, сделать человека способным. Опыт говорит, воздержание в пище очищает ум. Услышите? Ум, да-да-да. Делает человека просто более способным, более чистым. Делает тело более легким, более энергичным, более здоровым. Тихон Задонский, один из наших святых 18 века, был спрошен как раз о здоровье. Знаете, что сказал? Воздержно яшть, ешь. Воздержно яшть, мало пий, и здрав будешь. Не случайно преподобный Иоанн Лествичник в своей лествице, этой книге, посвященной духовной жизни, одну из ступеней назвал: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Мы все взрослые это понимаем, правда? Все понимаем. Да, владыка, конечно. Все понимаем. Хорошо это или плохо? Все понимаем, да, недюже хорошо. Верно. Вся медицина в своем полном объеме скажет: да, почти все болезни. У желудочно-кишечные — и говорить нечего. Печенки-селезенки — и говорить нечего. Все это объедение. Даже нервы, даже психика. Оказывается, все.
У желудок это прям центр. Так? Испытываем на себе? Испытываем. Что мы детям теперь предложим? Ну-ка. А, знаем, что ешь, иначе тебя не возьму в зоопарк. Ох, какие умные мы, боже мой. Прям приходится поражаться. И после этого мы хотим с таким умом воспитать хороших детей. Ай-яй-яй, что мы делаем? Я назвал только три вещи. Важно объяснить, что мы сейчас нездоровы, мы действительно больны. Страсти, вот они у нас, у всех, и у тебя, и у меня, и у мамы, и у папы. Я сказал, какая нужна быть молитва, ой, как это важно, если мы хотим дать благо своим детям. Невозможно, я вам скажу, никакая здоровая жизнь, и телесная, и духовная, что очень важно, да, без наблюдения за своим желудком, то есть без внедрения в сознание человека, в сознание, подтверждаемое чем? Личным примером. Чего? Воздержания. В этом отношении, ведь подумайте, церковь, это же не просто так. Откуда не взялись эти посты? Вы что думаете, с потолка, что ли, свалились? Специально установленные. Относитесь разумно к ним. Совершенно ясно, человеку больному иная пища. Нет таких никаких запретов. Человек какой-то старый, немощный, то же самое. Пожалуйста, ребенку, пожалуйста, наступил пост. Что, нельзя, нельзя без мяса? По крайней мере, нельзя, что ли? Родители увидят, что можно, что нельзя. Но там, где не будет в семье сознательного принципа, сознательного в каком смысле, я говорю, и родители, и дети, чтобы понимали. И я знаю сколько угодно христианских семей, где дети, да, сейчас же пост, сейчас же нельзя. И они спокойно переносят. И как они, и если бы хотел даже с мужеством, даже с таким, так переносят. Как это важно, я вам скажу, когда этот принцип воздержания существует в самой семье, он присутствует, осознается всеми. Это вот только некоторые вещи, на самом деле их же гораздо больше. А наш быт какой? Как важно соблюдение праздников. Как важно, чтобы когда ребенок, если идем мы его причащать, чтобы это был для него праздник. Вы слышите? Надо устраивать настоящий праздник для него. Это лучшая одежда. К этому нужно готовить. Уже помочь ему прочитать какие-то молитвы. Вместе, если возможно, с ним причащаться, тоже исповедоваться. Праздник. Это действительно же праздник. В церкви столько праздников, сколько в миру нет. Мир ищет этих праздников, превращает их, не знаю, подчас во что. А в церкви-то сколько праздников. Мы можем устроить, подумайте, какую радость, радость для души. Что делать после праздника, после поста? Это же какая радость только. После поста действительно праздник. Тот, кто не постился... Никакого праздника. Так. Никакого. В Страстную пятницу наелся, и в субботу Страстную порося. И тут разговение. А какая разница? А никакой. Мы связаны, душа и тело едино в человеке. И поэтому внимание нужно обращать и на душу, и на тело. Человек духовно телесен. И воспитание должно проходить по этим параметрам. И та, и другая сторона должна быть затронута. Нужно воспитывать и ум, и душу, если хотите, и тело. Все составные части. Ум в чем состоит? Воспитание. Мировоззрение обязательно человеку. Обоснованное мировоззрение. По мере роста он должен получать аргументы. Кто больше всего задает вопрос, а почему, а как? Дети. Вы слышите? Какое искание? Мы должны ответить на эти вопросы. Не всякую дрянь смотреть и читать,
А эти вопросы прежде всего. Какие вопросы? Какие вопросы? Бог есть или нет? Кто Он, этот Бог? Какая религия верная? Почему христианство является истинной религией? Почему православие им является правой верой, а не кто другой? Мы должны на это или нет? Или это безразлично? Если мы на эти вопросы не ответим, что мы скажем детям? Мы будем виновны. Я вам скажу, что современный мир потому и пожинает эти горькие плоды, вот, которые сейчас я зачитал, потому что ничего не делается. Мы пытаемся обрезать вершки, то есть бороться с какими-то аномалиями в поведении, в нравственных отклонениях, усиленно поливая корешки. Что значит «поливаем корешки»? Смотрят что угодно, читают все что угодно. Дома атмосфера вот такая, да. Нет ни мира, ни настроения, нет никакого понуждения себя к христианскому образу жизни. Ничего нет. Да, и мы хотим, чтобы из этого омута что-то выросло чистое и прекрасное. Невозможно это. Христианство, вот православное христианство, вот что дает возможность человеку воспитать прекрасных людей. Конечно, тут очень много вопросов. Очень важна литература. Ой, какую литературу? Вы только почитайте, вот, например, биографии славянофилов, того же Хомякова, Кириевского, братьев Аксакова. Вы только почитайте. Вы скажете, это же святые люди. Это святые люди просто. Как умели воспитывать. Причем без всякого насилия это шло воспитание. Личным примером и соблюдением тех норм жизни, о которых говорит христианство. Очень важен внутрисемейный уклад жизни. Важна дисциплина, если хотите, жизни. Кстати, в христианской семье, насколько это возможно, поддерживает и порядок, если хотите, и порядок внешний, и дисциплину отношений, и дисциплину вкушения пищи. Бог есть Бог мира, а не Бог неустройства. Бог есть красота. Сколько раз в наших этих церковных песнопениях Бог именуется красотою, а не безобразием, не хаосом каким-то. Как все это важно знать? Так. В последнее время некоторые священнослужители советуют съезжать с городских квартир и переезжать в глухие деревни. Свой совет они мотивируют тем, что в глухих местах христианину легче противостоять явлениям нашего времени. Электронным карточкам, ИНН и тому подобное. Что скажете по поводу того, что некоторые духовники запрещают покупать товары со штрих-кодом? Я вам скажу так, что, к сожалению, вот существует христианство, существует уже 2000 лет, и так никак мы и не можем, то есть не мы, а многие так и не могут разобраться с простыми словами Христа. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Никак. Мы хотим кесарево включить в область Бога, Божье – в область кесаря. Вот я вот не знаю, мне не дали номер от этого, от гардероба? Нет? А там мне, я посмотрел, тетя Илья, по-моему, на 666 номер повесил мою куртку. И я теперь не знаю, брать ее или не брать. Знаете, сущее искушение. А он, наверное, специально это сделал. Я уверен. До чего мы дошли? Просто многие не знают, наверное, о том, что есть такая иудейская ветвь у иудеев, каббала, в которой очень много значит там цифры, знаки, буквы, слова. Вот такое сочетание цифр – это будет одно. Другое – иное. Так? И они нас заражают своей верой теперь.
и сияют. Когда видят, что мы шестерку увидели, шарахнулись, сияют в восторге, потирают ручки. Слава Богу! О, слава тебе, Ягве! И эти стали нашими иудеями. Христиане становятся иудеями. Ай-яй-яй, до чего докатились мы этими шестерками, штрих-кодами. Посмотрите, о чем предупреждают святые отцы. Сколько человек их писало, писали и говорили о последних временах. Сколько? Ни один из них, вы подумайте только, ни один из святых, нигде не найдете ни одной строчки, чтобы сказал, бойтесь трех шестерок. Чтобы они не оказались, бойтесь каких-то знаков, там может быть зашифрованы шестерки. Ни один из святых не писал этого. А знаете, что писали? Бойтесь поступать против совести, против заповедей. Бойтесь греха. Бойтесь поддаваться вот этому вот стихии мира этого. Иначе тогда вы незаметно приняете Антихриста. Как это незаметно? Думает, а незаметно? А в штрих-коде спрятано. Нет, какая глупость. Написали бы они об этом. Сказали, что бойтесь, будут такие знаки, где будут скрыты шестерки. Ни один никогда не писал об этом. Это же чепуха это. Что значит незаметное принятие Антихриста? Вот оно в чем состоит. Когда христиане начинают усваивать и называть христианскими нормы языческой жизни. Вы слышите? Когда нормы языческой жизни начинают называть христианскими. Вам привести примеры? Пожалуйста, эти сейчас так называют сексуальные меньшинства. Вы что думаете, это только в мирской среде? Вот сидим мы с христианами на Западе, в Германии сидим. В Америке у меня это было, в Германии это было, где только не было. Какие у меня споры были, я вижу, бесполезные. Сидим и что говорят? Наша церковь благословляет такие браки. Вы слышите? Церковь. Это протестантские, не думайте, что это православные. Пока еще не думайте, обождите немножечко. Так, вы слышите? То есть уже христианство называет нормальными то, что в Библии осуждено, как Содом и Гоморра. Вы слышите? Огонь сошел, серный дождь, все уничтожено. Сколько апостол Павел пишет об этом. Что делают? Смотрю. Новый перевод на английский язык Нового Завета. И в этом переводе те слова апостола Павла, где он осуждает эти вещи, переделаны очень просто. Жалко, я просто не взял с собой. Я вам показал, как это переделали. Одним словом, переделали как? Одобрительно. Потому что это, видите ли, тоже любовь. Вы слышите? Причем одобрение этому переводу высказывает глава англиканской церкви, не только английской, а англиканской, в которую входит около 30 поместных англиканских церквей. Архиепископ Кантерберийский, который говорит, да, этот новый перевод, он, конечно, прекрасен, потому что он отражает дух нашего времени. Прекрасен! Вы слышите? Я привожу просто пример. Это самый яркий пример. Вот вам то, что вечно, всегда, во все времена рассматривалось как явление отвратительное, просто отвратительное даже по самому характеру. То, что осуждено как грех, оказывается, вам пишут, нет, это любовь, это добродетель. На Ламбетской конференции Англиканской церкви, Ламбетская конференция называется, это съезд всех англиканских епископов.
Слышите? Съезд всего мира. Австралия, Америка, Канада, Европа. Отовсюду. Съезд всех англиканских епископов. На Ламбетской конференции где-то 1998 года, так объявлено, да, что гомосексуализм не противоречит христианским нормам жизни, поскольку здесь присутствует принцип любви. Вот оно, к чему мы идем. Оказывается, уже грязные, самые грязные грехи уже называются добром. Кем называются? Христианскими церквами. Вот оно. И воспитывается в этом молодежь. Уже молодежь получает новый перевод Нового Завета, в котором все это одобрительно оказывается, все одобряется. Вы слышите, что? Они воспитываются в этом. Все. Вот вам незаметное принятие норм языческой жизни. Христиане становятся язычниками. Началось, впрочем, это давно уже. Иоанн Златоуст еще говорил, обвинял своих посома, говорил, вы иудействующие христиане, а не христиане вы. Вот. Так сейчас это очень многое уже рассматривается, совершенно преступное с христианской точки зрения, рассматривается как норма поведения, как норма жизни. Вот, оказывается, что такое незаметное принятие Антихриста. Оно связано с чем? С тем, что мы мирские ценности, то есть языческие ценности, начинаем утверждать как христианские. И поэтому, когда придет Антихрист, он тут объявит эти ценности, и все скажут, да, 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 конечно, это христианские ценности, это христианские, да, он и есть Христос. Он и есть Христос. Вот какова беда. Поэтому вот эта вот идея, эти электронные карточки, это что за чушь? Кто мог только придумать, что тут что-то такое, Антихрист тут сидит? Откуда это взяли? Эти паспорта, то переписи. Я одним говорю, помню, тому человеку, который, значит, переписываться, в переписи участвовать не хочет. Я говорю, простите, а вы знаете, что Иосиф праведный, что Богоматерь, и, видно, и сам Христос родившийся был переписан, в переписи был указан. Причем указан, какой переписи? Языческой Римской империи, которая вскоре, через 60 лет, даже меньше, начала жестокие гонения против христиан. Как это вы оцениваете? Ответ, слушайте, меня убил, поразил. Так это же была другая перепись. Я говорю, правильно, другая. И что вы хотите? А третья, если будет? Это подумайте. Когда людям нечего ответить, это была другая перепись. Вы подумайте, что творится. Перепись, которая, если хотите, подготовила в плане государственном какую-то, так, гонение против христиан, это можно было учитывать. Богоматерь участвовала в переписи, это ничего. Но она нам уже не пример, она нам не урок. Мы-то лучше знаем. И лучше Христа, и лучше Богоматери. Так вот, еще раз подвожу итог. В отношении трех шестерок, в отношении штрих-кодов и прочих всяких вещей ни один из святых угодников Божьих, которые касались толкования апокалипсиса, нигде ничего не говорят. Но все говорят о другом. Бойтесь, чтобы не быть пронизами духом этого мира. Что это за дух этого мира? Когда весь смысл жизни только в этой жизни. Вы слышите? В этой жизни. И ничего нам другого не надо. Умирают – это другие, но не я. Вы слышите? Безумие. Человеку дали, вдруг представьте, драгоценный бриллиант дали. Ой! А потом говорит,
Как? Куда же? Хватит. Хватит. Подержали? Хватит. Вот вам все ценности земной жизни. Хватит. Само тело отбирается. А не только все то, что мы имеем. И этого мы, умные люди, не понимаем. Все брошено, всю душу отдаем. На что? На эти земные ценности. Попробуйте сейчас с магнитофончиком пройдитесь по огромной очереди, которые стоят, например, каким-нибудь мощам привезут. И спросите. Спросите. Вы с чем стоите? И пройдите так, человек 100. И запишите. Вы знаете, что вы обнаружите? Любопытнейшую вещь. Вы думаете, стоят там, чтобы кто-нибудь сказал, я вот стою помолиться, чтобы у меня больше зависти не было, никак не могу с завистью справиться. Вы думаете, найдете? Сомневаюсь. О, я прошу, чтобы Бог дал мне не осуждать никого. И не думайте. Ой, чтобы мне Бог дал, чтобы больше не объедаться. Да ну что вы шутите? С чем вы стоите? Послушайте. Послушайте, чем стоит. У меня муж гуляет, помогите. У меня брат пьет, помоги мне. У меня печенка болит. У моей дочки селезенка болит. И пошло. Вы слышите, нам что, Царство Божие нужно? Нам бесстрастие нужно? Душа нам нужна? Да вы что? Вы что, допотопные, что ли? Благо земли нам нужны. Вот что нас интересует. О, если бы хоть кто-нибудь поднял глаза к небу. Сказал, Господи, я прошусь, дай мне, научи меня молиться. Научи меня прощать другим людям. Нет, вы этого не дождетесь. Если не верите мне, возьмите магнитофончик, пройдите. И убедитесь. Вот чем мы живем. Только этой жизнью. Точно зная причем. Точно знаю, что очень скоро придется ее отдать. Очень скоро придется отдать. Вдруг таинственный голос говорит, ваше время истекло. И все. И все. И все печенки, селезенки и все прочее. Забываю. И это речь о таком, о верующих людях, о православных. В Англии сейчас уже составлены молитвы. Да, молитвы какого рода? Господи, избави нас от финансового кризиса. Господи, дай, чтобы наши кредиты не пропали. И так далее. Вы слышите? Такие молитвы изумительные. Для них есть. Вот. И все, ничего больше не надо. Ты Бог, ты нам абсолютно не нужен. Сам Бог, ты нам не нужен. Нам нужен то, что ты можешь нам дать. Вы знаете, в Канаде я был на Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей, и там, вы знаете, каждое пленарное заседание, перед каждым пленарным заседанием показывали короткометражный фильмик, пятиминутные фильмы. И вот один фильм мне врезался в память, я великолепно до сих пор помню. За 5 минут показана вся история человечества. Здорово? Вся история человечества, подумайте только. За 5 минут. Правда, люди там изображены в качестве муравьев. Это не важно. И там, начиная там, ну, по теории эволюции, там, с каменного века, там, когда они с палками, камнями, потом, значит, железный век тут же очень быстро, потом наступает техническое развитие, наконец, наш 20 век, это было еще в 20 веке ассамблея, так, и, это же недолго, правда, 5 минут, уж такое время огромное, так, и вдруг показывает последнее. Раз что-то происходит, грипп. Атомный взрыв. И, наверное, взяли Манхэттен, наверное, Нью-Йоркский, потому что небоскребы падают, все рушится, груда камней. И сверху, с неба, огромный
Божий перст. Вот что вы сделали. Перст божественный. И вдруг из-под этой груды усики появляются муравья. И муравей, смотри, вылезает. Он увидел этот перст и давай вылазить вокруг этого пальца. Все ближе, ближе, ближе. Ему же интересно, что это такое. Наконец на задние лапки поднялся, раз коснулся, отскочил. Ничего. Палец его не раздавил. Он опять вскочил. Прикоснулся к пальцу. Палец по-прежнему смотрит вниз. И завершающая картинка. Изумительно. Показывает, как муравей впивается своим хоботком в этот божественный перст и начинает качать кровь из него. Вот нам на что Бог нужен. Здорово! Вот какой нам Бог нужен. Не ты Бог, а то, что ты можешь нам дать. Идея-то потрясающая. Оказывается, нам нужна не чистота, не красота, не мир души, не целомудрие, не святость. Это нас не интересует, потому что Бог и есть красота, святость, чистота. Еще раз повторяю, красота, Он есть, Бог. Нет, нам Бог не нужен. Нам нужно то, что мы можем получить от Бога. Потребительский мир. И во что превращается христианство. Вот если христианство, когда станет таковым окончательно, тогда придет Он. Может быть, Он сделает шестерки своим знаком. Может быть. Вот тогда мы, христиане, кто еще останется христианами, скажем, извините, я буду носить крестик, но не шестерки. Вот тогда – да. Тогда – да. А до тех пор, пока меня пугают этими цифирями, то извините. Да, тогда идите вот в магазин и не берите сдачи 666 рублей. Пожалуйста. Русские сейчас в наихудшем положении по числу абортов, беспризорников, разводов и прочее. Мы вымираем. 90 лет тому назад был умучен последний наш царь со своей августейшей семьей. Но потому ли рушатся наши семьи? Не потому ли рушатся наши семьи? Покойный патриарх Алексей призывал к покаянию за грех цареубийцу. Да, впервые слышу. Никогда не слышал это. Он, напротив, запретил эти мытищинские там, или там около Мытищ, запретил, чтобы там этих сборов не было. Откуда такие мифы идут? Прав ли он был? Если да, то почему не было объявлено покаяние в этом? Спаси Господи, да. Конечно, расстрел царской семьи тут абсолютно ни при чем. Потому что почему-то странно, почему-то все говорят о расстреле Николая II, никто не говорит об убийстве Александра II. Я не понимаю даже. Помазанник, такой же помазанник, никто ничего не говорит. Никто. Великий князь Сергей Александрович, это действительно поразительный человек, что делал только. Его взорвал этот Каляев. Никто ничего не говорит. Павел I, которого требовали отречься от престола. Вы слышите? Требовали. Иначе будет смерть. Не отрекусь. Зарезали. Никто не говорит. Петра III задушили помазанника. Никто не говорит. Вообще, это поразительная мистика. В то же время, когда, если возьмете материалы Синодальной комиссии по канонизации, то вы найдете там поразительные вещи. Комиссия пишет, что царь своей семьи до последнего времени, до самого расстрела Кучина, читал только светскую литературу, причем какую? Дюма, Тургенева, там Чехова, там Шекспира, к Библии практически не обращался. Да, разыгрывали сцены театральные там с семьей, курил, конечно,
Да, все такое. Его расстреляли так же, как расстреляли и миллионы других людей. Миллионы. А о них ничего. Здесь, понимаете? В чем дело? Что это такое? Почему даже каяться за... Каяться. Мой прадед украл курицу, а я теперь за него должен каяться. Я виновен. Это с каких пор? Это что это такое за постановка вопроса? Что это за странности такие? Это где, в какой религии только это есть? В христианстве этого совсем нет. Мы должны начинать каяться, да, начиная с Адама, да? А за Каина почему мы не каемся? За то, что он убил Авеля? Что за глупости такие? Каждый из нас должен каяться за свой грех, за свои личные грехи, а не за то, что кто-то сделал. Причем как ловко все построено. Может быть, мы сейчас задумаемся мы, как ловко построено. Об убийцах, расстрелявших царскую семью, никто и не говорит. Виноват, оказывается, мы. Ух, как ловко. Они расстреляли, а мы виноваты. Изумительно. Изумительно. И мы, да-да, мы виноваты. Да. Они что о них говорить? Великолепно. Это попробуйте сейчас, вот, сколько сейчас убивают людей, так? Кого судят? Напрасно их судят. Мы же виноваты. Они эти ж убийцы, правда? Это что ж за логика такая? Изумительно. Оказывается, мы, но не те, которые расстреливали. Не те, которые отдали приказы расстреливать. О них чего говорить, правда? Не будем говорить. Виноваты мы с вами. О, как ловко можно провести акции. И наш народ поддается, попадает в такую детскую ловушку, попадается. Оказывается, не они, а мы. А почему за Николая II? А почему от других императоров? Они что, не помазники были? Помазники. Они что, не пострадали? Пострадали. Какая кончина была? Страшная. Павла I зарезали вообще. Александр II 3 часа еще был жив с оторванными ногами. Это что такое? Над нами просто смеются. Смеются над нами. И мы не видим этого. Вот беда-то какая. Как легко наш народ ввести в заблуждение. Как жалко, что происходит. Ну, вот так. Может, еще какие-то вопросы, пожалуйста. Что такое печать Антихриста, да. Ну, прежде хочу сказать, она может быть и будет только тогда, когда придет Антихрист. Кажется, до появления царя печати царя нет. Вы знаете, становится новый царь, появляется его печать. У нас сейчас придумали замечательно. Печать Антихриста до самого Антихриста. Вот. Это первое. Второе. Если говорить об этой печати, то по толкованию святого Андрея Кесарийского, святого, не тех, которые печатают, он Бог знает, это миллион литературы, он говорит, печать на лбу означает печать на уме. Вот сейчас вот вам записочка, вот печать на уме. Такие вещи и не понимаем. Мы должны каяться за убийство царя, а не те, кто совершил это зло. Так вот, печать на уму, лоб – это символ ума, это знак ума. Когда ум наш настолько помрачится, что мы даже не увидим и не поймем, к сожалению, этого злодея, лукавого, обманщика, человека греха, так мы даже не поймем и не увидим и примем его за Христа. Печать на правой руке, как пишет святой Андрей Кесарийский. О чем говорит? Правая рука – это символ человеческой деятельности. Ну, в основном же все правой рукой же, так? Это символ человеческой деятельности. То есть вся наша деятельность будет какой? Чисто земной. Забудем мы о небе, забудем мы о духовной жизни, забудем о Царстве Божьем.
все направлено, дай нам благо на земле. Вот, и вся деятельность наша будет направлена только на созидание этих благ земных. Всю жизнь я их созидаю, созидаю, созидаю. Раз! И меня на кладбище отнесли. Это точно греки, ой, как точно выразили это в своем мифе о труде Сизифа. Царь был, который погрешил. Вы знаете, что он делал? Ему были боги, дали ему задание вкатить камень на вершину горы. И вот Сизиф катит, катит, катит. Подбирается уже к вершине. И раз, и срывается камень. Ах-ах-ах. Опять. И так без конца катит этот камень к вершине. И камень постоянно сваливается оттуда. Так и мы. Всю жизнь катим, катим, трудимся, трудимся. А годы идут, идут, часы почему-то не перестают. Надо бы остановить бы. Они идут, и мы трудимся. О, кажется, уже все, раз. И в могилу. Безумство, безумство материализма, безумство Антихриста. Вот она, печать Антихриста. Когда люди даже не понимают, чем занимаются, на что тратят все силы своей души. Вот это повреждение ума, это повреждение всей направленности деятельности. Вот она, печать Антихриста, которая поразит людей. Знаете, только для детей это можно такое толковое сказать, тебе придут и пришлепнут тебя. Шлеп! Есть печать. Господи, до чего докатились уже? До такого примитивизма, что я не знаю. Тогда уж нам и притчи Спасителя надо так. Царствие Божие чему уподоблю? Зерну горчичному. Поняли? Поняли. Проглотите зерно горчичное, и Царствие Божие будете. Да? Вот точно такое же толкование. Пришлепнут печать. Шестерки пришлепнут.